Вас вітає служба інформації телерадіо компанії «Гомель» у студії Маргарита Чубукова. Добрий вечір. Сьогодні у агрогородку Глушкевіш Ільчицького району проходять святочні мероприємства з нагоди 40-годдя створення друзового заводу. В урочистостях приймають удел керівники, супрацовники і ветерани підприємства, місцевої влади. А напередодні святкування наш кореспондент Дмитрий Котов навідав завод, де ознайомився з його історією і сучасністю. Радує, що побач з агрогородком Глушкевіші унікальне. Тут залягають горні породи мігматіти. Їх узрост складе від 2 і більше мільярдів років. Учені лічать їх старішими горними породами на планеті. Користатися ж викопнями люди почали 2 століття тому. Ще у 1815 році місцеве насельство займалось тут здобичей мукомольних камінів. А про 1,5 століття на гетті місці розпочалися геолого-розвідувальні роботи, які і стали значним кроком на шляху створення підприємства. У далішому, аміновіто у 1969 році, був створений перший у Білорусі кар'єр з участком по витворчості камянів, які використовувалися для будівництва дороги поміж Лельщицями і Глушковичами. А вже у 1975 на гетій базі з'явився друзовий завод з витворчими могутностями до 200 тисяч тонн у год. У 90-ті годи значався перший етап його активної модернізації. Другий протягнувся з 2003 по 2014. Обновлення обсталювання дозволило повелічити об'єми продукції амаль у 5 разів. Предприятие производит различные фракции. В нынешнем году мы перешли на производство более мелких фракций, таких как 5-10, 5-20, 10-20. Рынок диктует свои условия, в принципе, мы приспосабливаемся к этому, дабы удовлетворить все потребности наших потребителей. Усі технологічні операції дробнення автоматизовані і ажитявляються дистанційно з пультів керування, після чого у кар'єр виїжджають екскаватори і перевозять отриману горну масу на дробільний участок. На дробільному участку вже горна маса висипається в прийомний бункер і з послідовною переробкою горної маси по фракціям, тобто определених випусків щеблень, определених фракцій. Сьогодні підприємство з'являється градоутворальним для Лельщицького району. Його продукція використовується для будівництва дорожнього комплексу Гомельщини. До того ж, зовсім недавно виграли тендер на поставку друзу у Вітебську область. На заводі їм кнуться завсюди йти наперед і упевнені, що у будучині їх чекають добрі перспективи. Дмитрий Котов, Сергій Лукашук, телерадіокомпанія «Гомель», Лельщицький район. У суботу, 11 липня, у Білорусі протягнуть роботу прямої телефонної лінії. У нашому регіоні на питання громадян буде відказувати намісник старшині Гомельського облвиконкама Володимир Олександрович Привалов. Номер телефону прямої лінії 75 12 37. Дзвінки приймаються з 9 до 12 годин. У Гомельському городському виконавчому комітеті 11 липня прямою лінію проведе перший намісник старшині Павел Євгенович Павлов. Звернутися можна по номеру телефону 75 19 84. Приймати звороти громадян так само будуть у районних адміністраціях і райвиконкамах. До інших тем. 18-годовий водитель, який перекулився на свою іншамарці неподалік від вёски Короткавіше Жлобинського району, не мав права на керування транспортним сродком. В управлінні ДАІ провели проверку по гэтым випадку і висвітлили, що хутчэй за все до трагедії привело порушення правил дорожнього руху і перевищення хуткасного режиму. Нагадаем, дорожно-транспортное здарэнне унесло жыццё водителя автомобиля Audi 100. 18-годовый мужчина, по версии ДАІ, не справился с кіраванням транспортным сродком, выехал на сустрэчную полосу руху и перекулился. По час аварии водителя выкинуло из авто, и он отримал травмы, несумешальные с житем. Молодой человек прошел курс обучения на категорию Б, но в отделе ГАИ Жлобинского РОВД не сдал теоретический экзамен, и на момент управления транспортным средством он не имел водительского удостоверения. До новинок культурного життя региона. Центр сімейного вольного часу і інформації «Зелёная бібліотека» відкрився сьогодні у Гомелі. Установа нового типу створена у виніку об'єднання двох бібліотек – дитячої і дорослої. Мета проєкта – популяризація здорового ладу життя і бережливого ставлення до навокольного осяроддя. На відкритті центра побував Руслан Пролясковський.
Первый в Гомеле центр семейного вольного часу открылся у заходнем микрорайоне. У помешкания, где ранее находилась библиотека стандартного типа. Контраст с ее переемницей отчувается с порога. Окромя множества книг для читачов усих узростов, на полицах коллекция детячих мультфильмов. Тих, якие принято называть старыми добрыми. Интерьер у стиле фитодизайна отповедая профилю зеленой библиотеки. А ее визитная картка – кветки, яких тут не меньше, чем у оранжереи. Стены с выявами живел – так само экспонаты, які одразу притягнули дзятву. Але ж все это только форма. Головное питание – ти махчима увогуле захопить дзятей читанием книг у эпоху интернету и социальных сеток. Должна сказать, несмотря на то, что у нас век компьютерных технологий, интернет, тем не менее интерес детей к книгам все-таки есть. Правда, приходится в последнее время больше прикладывать усилий для поддержки этого интереса. Но тем не менее, я думаю, что книга из жизни детей наших не уйдет. Мне кажется, что это будет очень интересно, потому что формы идут интерактивно, они подразумевают и общение, и развитие, и какие-то привитие навыков. Я думаю, что это будет интересно и деткам, и родителям, потому что это необычно. Это нестандартно, это заставляет задуматься, развиваться и что-то делать хорошее для себя и для своих деток. Подобного меркавання притрымліваецца і маці двоих дзяцей Галіна Карабейнікова. Жанчына кажа, што павальнага захаплення планшетамі ды іншымі электроннымі девайсамі не ухваляе. Да, мы от этого ограничиваем и даем, чтобы они читали больше книжек. Поэтому и у меня вот меньшая она, 5-й год ей. И она уже старается листать, читать что-то, смотреть. Очень приятно, очень красиво, хорошо, красочно. Для деток маленьких наших сделан еще уголок. Очень хорошо. У планах новой установы открытие детячей школы развития, проведение разных конкурсов и акций по охове природы. А тому у самый раз пожадать зеленой библиотеке зеленого светла. Руслан Проляскоўскі, Ігор Марышчынка, телерадыёкампанія «Гомель». У Гомельскім дзяржаўным тэатры «Лялек» адбылася прэм'ера спектакля «Фабль», што ў перакладзе з французскай мовы азначае «байка». У вазе гледачоў была прадстаўлена сучасная музычна-гульнявая тэатралізаваная пастаноўка па матывах баек французскага пісьменніка Жана де ла Фонтена. У яго творчых працах няма глыбокай маралі, аднак яны поўныя жывога гумару, камічных сітуацый і трагічных развязак. Вероніка Варашыліна валодае падрабязнасцямі. У гэты вечер Гомельский державный театр «Лялек» сустракал гледачоў самых разных узростов. На премьерный показ спектакля «Фабл» пришли и юные аматоры, и потребовальные знаўцы театрального мастацтва. Высокий интерес – не выпадковость. Гармонию всеогульного вар'яцтва у двух деяниях, так заявили постановцы у театральных афишах, не могла не протягнуть увагу, узбудоражить фантазию и выкликать навод самые смелые чакания у своего потенциального гледача. Я как бы не избитый театрал, а так. Время от времени посещаю. Конкретно от этого, не знаю, я даже как бы не слышал раньше, вот решил что-то новое для себя открыть. Потому что я уже чула, что вельми будет добрый спектакль, именно вида с такой ноткой авангарда. Но я думаю, что мы так само будем аплодировать, и аплодисменты будут. Спектакль «Фабл», что у перекладе с французской мовы означая «байка», поставлены по мотивах твора у французского письменника Жана де ла Фонтена. Это своеобразная спроба раскрыть природу человека. Сучасная музычно-гульнявая театрализованная постановка узносит на поверхню глупство, прыгажость, покуты, страхи, отчувание бессенсовности и многое иншее, что ховается за масками штодзённости. Герои спектакля не бы сдымают себе усё непотребное, выставляющие на показ выключно свою сутность. Особливую видовищность театральному деянию надают экстравагантные декорации спектакля и костюм артистов, а так само нестандартное светловое, гуковое, музычное и хореографичное сопровождение. Очень сложно сейчас определить, наверное, или сказать, что вот это чисто кукольный спектакль, это чисто это драматический. Наверное, это больше театр, такой театр художника, театр костюма, театр изображения, театр такой визуальный и, или пластический, или физический театр. Здесь много разных техник было использовано и проб за это время репетиции. Показанные на сцене лялечного театра байки Жана де ла Фонтена не связанные помеж собой одним сюжетом. У их нема глубокой морали, але яны не позбавлены логики. Их сюжеты взяты из реального життя, а так само с классичных творов старожитно-греческих авторов, арабских казок и стародавней литературы Франции. Гэтые байки адлюстровывают життё, полное суперечностей и пытанию. До того ж, яны полные живого гумору, комичных ситуаций и трагичных развязок. Сучасный музычно-гульнявый спектакль «Фабл» гамельчане приняли вельми тепло и с неподробной
цікавостью, а гэта значит, что постановка мае все шансы стать репертуарной у наступным театральным сезоне. Вероника Варашильна, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». «Пырхаючыя кветкі» – так называется новая выстава-коллекция, якую можно убачить у музее Гомельского палацово-паркового ансамбля. Галоўныя экспонаты – самые прыгожыя и знакамітыя матыльки з усіх куткоў земли. Коллекция матылькоў, якія здзіўляюць яркостью, разнастайностью и вытанчанасцю формаў, належит жыхару Витебска Махмуду Рамазанову. Тут собраны экземпляры з усіх континентов. Наведвальники музея смогут убачить насельников тропичных лясов и полярной тундры, гигантских матыльков и карликов, самые вядомыя и недавно открытые виды. А так само матыльков-символов и матыльков-талисманов, якія лічацца самыми дорогими для коллекционеров. У агульнай складанасці на выставе представлено больше як 200 экземпляров пырхаючых кветок, якія своим нараджэннем обовязаны, як говорится, у одной из легенд старажытнай Грэцыі, богу Зеусу. Наведвальники музея смогут так само ознайомиться со своеобразной книгой рекордов, якую склали мотыли-чемпионы по померах и яркости, худкости и далекости полету. Когда шла подготовка к выставке, было изучено много материала, и, честно говоря, была поражена необыкновенностью этих существ. И с точки зрения их трансформации от яйца до бабочки, и с точки зрения их возможностей. Например, полета на высоте 4,5 километра. Или бабочка-монарх может перелететь Атлантический океан, совершая путешествие для своего размножения. Гэта лето у Беларуси стало одним из самых складанных для белых буслов. Об этом поведомили у пресс-службе громадской организации «Ахова птушек Батьковшины». Як отзначают специалисты, сёлета вельми низкий процент створения буслами гнездов. У тых же, что у вынику были створены, колькость птушанят менее звычайного. На такое становище поуплывало некалькі факторов. По-перше, сухая маловодная вясна и раптовные холоды у яе середине. А по-другое, практично полная отсутность опадков у летней перы. У связи с гэтым буслам не только складана вырастить птушанят, але и прокормиться самим. Тем часам на гэтых выходных синоптики прогнозуют у Беларуси довольно холодное и сырое надворье. Поводле информации областного гидрометеоцентра, у ближайшие сутки в нашем регионе будет воблачно с прояснениями. У нашей местами аудей на большей части территории пройдут короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Ветер заходний 5-10 с порывами до 15-20 метров за секунду. Ночная температура опустится 8-13 градусов, у день будет плюс 16-21. Подобный характер надворья заховается у неделю и у понеделок. У день чакается до 23-24 градусов. Магчымы короткочасовые дожди и навальницы. Новинные регионы, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.